Юлия Симбирская, «Жил-был Димка». Зина Кукушкина. Глеб Кукушкин никогда не гуляет во дворе один. Он же взрослый человек во втором классе. Зина ко мне, командует Глеб, и Зина мчится к нему со всех лап, взмахивая на бегу кудрявыми ушами. Я стою в стороне и завидую, потому что мне тоже хочется, чтобы ко мне кто-то бежал со всех ушей, то есть лап. Не понимаю, зачем собак человеческими именами называют, ворчит на скамейке Розина бабушка. Собака что, не человек? Возмущается Глеб. Не кричи, просто собаку нужно звать по-собачьи. Какая хорошая кличка Найда. Ну и что? Это американский кокер-спанель, между прочим. Ой, спорщик, вздыхает Розина бабушка. Бабушка, получается, что ее зовут Зина Кукушкина, хохочет Роза. А какая она должна быть, злится Глеб. Ясно, что Кукушкина. Зина, апорт. Глеб замахивается и кидает палку далеко-далеко. Зина бежит, Глеб бежит, я бегу, Роза бежит. У меня уши от шапки завязками машут, у Розы помпон на берете подпрыгивает. А-а-а, кричит Роза. А-а-а, подхватываю я. Потом Зина подхватывает. Как много счастья бывает у человека. Я оборачиваюсь, за нами Розина бабушка бежит, и газета из рук вырывается, как большой цветной попугай. Мы бежим, 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 и двор кончается.